Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу, как заполнить адрес доставки, если вы проживаете в Крыму. Во-первых, заполняется только кириллицей. Итак, значит, мы входим в Яндекс, набираем там «перевести на кириллицу», выбираем первое попавшееся, это у нас MainSpy. И здесь вводим свои данные, пишем на русском просто «Османов Артур Седометович». И жмем «Транслит». Все. Сохранили, скопировали, вставляем сюда. Следующий выбираем страну, регион. Из списка. Russian Federation. Следующая. Улица, дом, квартира. Улицу и номер дома пишем здесь, также кириллицей. А если и квартира, то вот здесь. Далее выбираем край, область, регион. Озер. То есть все. Здесь не пытайтесь найти Крым. Здесь его нету. Дальше. Город. Это самое главное. Город пишем вот так. Город. Если вы из Севастополя, то набираем так. Caps Lock, Севастополь и на конце 2L. Республика Крым. И самое, что главное для китайцев, или там, где вы заказываете, это почтовый индекс, по которому они отправляют. Они отправляют по почтовому индексу и по вашей фамилии, имя, отчеству. Все, больше ничего заполнять им не надо. Но это для нашей безопасности. Далее пишем номер своего телефона, это, конечно же, не мой номер телефона. Здесь код страны, здесь код города и сам номер телефона. А здесь мобильный номер телефона, только вначале мы ставим восьмерку за место плюс 7. И жмем сохранить и впредь доставлять по этому адресу. И на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И на следующем видео я расскажу, как экономить на AliExpress. Как пользоваться кэшбэком, чтобы возвращались хотя бы 5-10% ваших денег обратно. Всем пока!